Здравствуйте, дорогие друзья, любители винограда. Сегодня 30 июля 2019 года. Мы находимся возле прививки гибридной формы Бешевский. Это второй урожай. К сожалению, не такой уж, как хотелось бы. Ну, в принципе, результаты неплохие. Как вы видите, здесь находится 8 небольших раздей, то есть, вернее, 3 небольшие, а 5 средних размеров. Гибридная форма Балабанова. 110-115 дней срок созревания. Вес и размер ядки мы сейчас взвесим с Владимиром на весах. Она еще немножко должна повисеть для реализации, чтобы набрать сахара. Но цвет она уже имеет просто шикарный. И внешний вид тоже. Это такие вещи долго на прилавке не висят. Ну, не лежат. И, скажем так, по вкусу она очень хорошая. Еще большое ее достоинство то, что она мякоть плотная и висит она до самого мороза. Не трещит совершенно, не теряет вкусовых качеств, не изюмится. То есть она мне очень нравится, и я ее даже посадил в корнесобственном виде на втором участке. Сейчас возьмем ягодку вот с Владимиром. Я выберу самую крупную, Наташа мне бросается в глаза. И вот мы сейчас ее положим на весы. Вот смотрите, 13800. Ягодка 13800. Размерчик у нас какой здесь? 37 миллиметров. 37 миллиметров на 25. То есть эта ягодка достойная. Такое все бросается в глаза. Сейчас разрежем ее, посмотрите на консистенцию. Вот я ее режу, она ну просто как корка арбуза режется. Смотрите, всего лишь две косточки, они еще не дозревшие, то есть вот такого плана. Мякоть прекрасная, хорошая. Я попробую на всякий случай. Ну, ей еще нужно повисеть хотя бы с недельку, и она будет, уже кислота ушла, сахар начинает набирать, не противная на этот день, но еще к реализации и к употреблению еще не готова. То есть неделька, и можно ее смело уже употреблять. Так что вот, в принципе, на данном этапе вот так вот. Гроны заявлены от 600 до 1000 грамм. Они будут такого веса, килограммовые грозди будут. На следующий год посмотрим, может быть, даже по 2 штуки можно будет оставить, если завяжется соцветие. Вот. Лишь бы завязалось соцветие. Если будет, попробуем по 2 штуки выращивать на в один побег. И ее характерная особенность — очень раннее вызревание лозы. Здесь не так это все заметно, а на корнесобственном кусту у меня уже там первый урожай есть в этом году, и лоза вызрела от первой до последней проволоки уже. То есть это больше метра. Устойчивость, я вижу, очень хорошая к грибкам, болезней нету, да? Ну, конечно, об этом можно было бы точно говорить, если бы виноград полностью не обрабатывался, так же виноград ведется. Но лоза вызревает очень замечательно, то есть к лозе идиум не цепляется, а ну, к вызревшей лозе грибки не цепляются. То есть это хороший признак устойчивости винограда к заболеваниям. Рост побегов сильный, да? Ну, тут, скажем так, у них большое междуузелье. И сила роста, ну, я не знаю, как, учитывая то, что я и подкармливаю, и поливаю виноград, не могу вам сказать, там, ну, не слабая сила роста, это точно. Ну, это же на прививке, тут и соломия, вот кишмыш, да? Да, да, да. Да, и вместе сотрудничество у них хорошее получается. Та светленькая, это темно-вишневого цвета, вот, они когда полностью вызреют, будут вот такие, почти черные, не, да? Не-не-не, совершенно неправильно, это, ну не знаю, вот его, вот это, его нормальный цвет вот такого плана, в этом году почему-то у меня вот есть сравнение там по альянсу тоже, альянсу такого цвета, родной цвет, а он более темный, фиолетовый, то есть он не синего цвета, он красного цвета, красно-фиолетового цвета.
То есть это в этом году какая-то такая окраска идет интенсивная ягоды. А так он вообще довольно-таки хороших. В общем, виноград такой, что когда смотришь на него, то хочется посадить и выращивать у себя, если занимаешься этим, да? Ну да, да. А он если... привлекательный, он да. В этом отношении привлекательный. А если просто покупатель, то, конечно, это самое, хочется купить и съесть. Ну хорошо, спасибо, Александр, за такие, за то, что вы делитесь информацией. Сегодня 30 июля 2019 года, уже полностью окрашилось. Ну, я вот хочу сказать, что в нашем регионе, вот если все взять известную ливию, то она где-то у нас в обычный год идет 10 июля. В этом году ливия еще, ну, к 10-му, я думаю, будет готова. То есть, вот вы, чтобы вы ориентировались по своему региону, по срокам, когда этот виноград будет в вашем регионе готов. Да, ливия, вот сейчас мы снимем кадры, там это самое, только начинает окрашиваться. Ну, ливия, там еще нагрузка, конечно, по две грозди на побег. Это тоже нужно учитывать. Ну, даже с учетом нагрузки, вот, все равно позже. Ну хорошо, спасибо всем за внимание и до встречи в следующих видео. До свидания. До свидания.